Мур, приветствую, друзья. На тестовой подвезли кучу изменений. Тут и новый герой, и 4 предмета, и изменения гадоткачи, и новый режим. В ближайшие дни видео будет много. А в этом видео расскажу о новом персонаже. Это компсане мира стрелков по имени Клауд. Пассивка. Мартышка, сидящая на плече Клауда, стреляет с ним одновременно, нанося 20% урона. Кроме того, атакующие пассивки предметов работают и на урон от мартышки, будь то антихил, жрут или криты. Первый навык. В выбранной области Клауд из всех противников вытягивает скорость перемещения и скорость атаки, увеличивая свои показатели обоих скоростей. Чем больше противников, тем больше скорости, работая даже с крипами. Также наносит небольшой урон. Второй навык. Клауд ставит проекцию мартышки, которая наносит урон равный мартышкиному, и опять же весит статусы. Нажав навык еще раз, Клауд меняется местами с проекцией. КД позволяет поменяться местами так целых два раза. Хороший засадный и статусный навык. Ульта. Помните старую ульту Клинта? Так это лучше. Клауд и мартышка Декстер начинают обстреливать территорию вокруг себя. Мало того, нанося урон всем, так и каждый выстрел накладывает статусы, а нанесенный урон дает щит. Кроме того, урон миньонам еще больше увеличен. Пока что это мощнее, чем перемещающаяся адепта. На данном этапе это весьма мощный стрелок, но довольно зависим от предметов. Как и с Саном, этот герой потребует подбора айтемов под пик противника. Подробности я расскажу в гайде на Сана. А чтобы не пропустить видео, подписывайтесь на канал, делитесь видео и ставьте лапки. Всем пока!